Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Олександр Гамоля. Глядіть у гэтым выпуску. Будинок могуть набыть, а потім вернуть. Комітет Гомеля «Былмайомасць» об становчих і адмовних прикладах аукціонних торгов. Зручна, хутка, надійна. У ГДУ подвяли виніки конкурсу мобільних додатків. Адпачынак без рызыкі у Гомельскай вобласці, распачалася аздараўленчая кампанія. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Здараецца так, што аб'екты дзяржаўнай нерухомасці атрымліваюць не толькі другое, але і трэцяе жыццё. Размова аб будынках, якія праз пэўны час пасля продажу вярталіся ў дзяржмаёмасць. І іх трэба выставляць на продаж зноў. Ці то пакупнік быў недабрасумленным, ці то пагоршыўся фінансавы стан спраў. Але становчых прыкладаў больш. Гэта калі аб'екты, прададзеныя з аукцыёнаў, становяцца цэнтрам прыцягнення як звычайных грамадзян, так і інвестараў. Аб тым, якія будынкі камітэт Гомеля «Былмайомасць» прадаў найбольш удала, а з якімі ўзніклі складанасці, сюжэт Марыны Джалы. За лёсам гомельскага кінатэатра «Юбілейны» сачылі многія. Улады чакалі, пакуль аб'ект будзе прададзены. Гараджане цікавіліся тым, што новы ўладальнік размесціць у знакамітым будынку. Два гады таму аб'ект прадалі. Праз вельмі кароткі час «Юбілейны» ператварыўся ў забаўляльны цэнтр для ўсёй сям'і. Прадстаўнікі бізнесу хорошо умеюць считаць свае деньги, і государственная недвіжымасць, в прынцыпе, прадаецца и с коммуникациями, и с зелеными насаждениями, и с прочей инфраструктурой. Как хороший пример, за нашей спиной находится бывший кинотеатр «Юбилейный». И в настоящее время, уже спустя буквально полгода продажи, объект был продан і вже організован парк сімейного отдыха. Ми на Універсітэцкай. Раней у гэтым будынку була школа. Некалькі гадоў таму аб'ект прадалі. Зараз на ім кіпіць праца. За агароджай стаяць будаўнічыя рыштаванні, стены зацягнутыя сеткай. Што будзе размяшчацца ў будынку, пакуль невядома. Пакупнік набыў яго за поўны кошт, таму ўсё астатняе яго прыватная справа. Ми знаходзімся на вуліцы Універсітэцкай 14. Это здание, бывшае здание школы. Ранее оно принадлежало отделу образования, спорта и туризма администрации города Гомеля. Примерно 5 лет назад она была продана за 100%, за деньги. Вот. И в настоящее время уже вовсю идет реконструкция объекта. Вот будем верить, что здесь будет какой-то достойный пример недвижимости, возможно, аренды площадей, какие-то торговые места, созданы новые рабочие места в том числе. А у конце улицы Ландышева ранее размещался лицей. Праз полгода после продажи будинка тут уладковали офисы, открыли крамы и спортивную залу. Застались там и свободные площади. Этот объект ранее назывался, скажем так, зданием государственного лицея многопрофильного. В настоящее время этот уже объект, значит, полностью сдается под арендные площади. Планируется здесь и фитнес-центр, и медицинский центр, вот, и косметические салоны. Вот, вполне себе можем считать эту работу, проведенную, положительной. То есть часть площадей здесь задействована, да, часть площадей ищет еще своих хозяев. Да, да. И помещение не запустело, территория уже благоустраивается, что в принципе не несет риска граждан, объект не считается аварийным. Вот. И в первую очередь эстетичный внешний вид для жителей города. За 12 гадоў у рэгіёне ў дзяржмаёмасць вярнулі каля 400 аб'ектаў. І не рэдкасць, калі іх стан пагаршаўся, а дакументы на будынкі былі страчаныя. У такіх выпадках дзяржарганізацыям даводзіцца шукаць сродкі, каб прывесці тэрыторыі ў належны стан, ахоўваць іх і аднаўляць дакументацыю. Адзін з такіх непрыемных прыкладаў – будынак інфекцыйнай бальніцы на Цыялкоўскага. Мы знаходзімся на вуліцы Цыялкоўскага, 121. За нашай спіной знаходзіцца здание старой инфекционной больницы. В настоящее время объект имущества не используется. Принимается решение выставлять на аукционные торги в последующей продаже данного объекта. Ранее данный объект недвижимости был продан, но впоследствии банкротства предыдущего собственника в настоящее время вернулся в государственную собственность, к прежнему балансодержателю. Комитет «Гомель-Аблмайомасть» у червени и липени выставить на продаж 46 объектов нерухомости. За несприяльной эпидситуацией торги по 38 лотах пройдут дистанційно на електронній пляцовці. До речі, за останні 10 років діяльність обновили більше як на 1300 продадених об'єктах. Марина Джала, Євген Макеєнко, телерадіокомпанія «Гомель».
Сенатор Алла Смоляк откажет на питание жихаров Гомельской области. Член постоянной комиссии Совета Республики Национального сходу по адукации, науке, культуре и социальном развитии, старшиня областной организации Червоного Крыжа, проведет 25 червеня прямую телефонную линию. Звернуться на яе можно с 10 до 12 годин по номеру у Гомеля 56-81-85. У Гомельской области распочалася оздоровленшая кампания. Некоторые дитячие лагеры на днях расчинили дверы для отпочивающих. Некоторые еще рыхтуются. У сёлетнем становище оздоровленшие лагеры повинны забеспечить детям максимальную безопеку. Про то, как у худким часе сустрение гостей установа «Сожский берег» – наш наступный сюжет. Оздоровленший лагерь «Сожский берег» у Чонках – установа с богатой историей. Тут отпочивали поколения детей и подлетков. Видовочно, 2020 год для лагеря особливый. Пандемия коронавируса перевернула жыццё супрацоўнікаў «Сожского берега». Тем не меньше, яны паспяхова справляются с головной на сегодня задачей – узмацнить меры безопеки. В связи с эпидемиологической ситуацией мы примем только 100 человек. В каждом корпусе мы уменьшили в два раза детей, чтобы ребенок была площадь занимала где-то 6 квадратных метров. Лагерь будет закрыт для сторонних особ. Выключение – батьки. Але сустрэцца с детьми яны смогут только на КПП установы. Выкарыстанне антисептичных сродков и масок – важнейшая умова, але не одиная. Один из методов – это дистанцирование детей, чтобы не проводить массовых мероприятий в закрытых помещениях, больше находиться на улице, спортивные мероприятия. И будут мероприятия проходить в большей степени внутриотрядные. Смена у лагеря почнется 27 червеня. Установа практически готова до приема гостей. Супрацовники упевниваюсь. Принятые обмежевания, как застерегши детей от небеспеки, ніяк не поуплываются на насыщенность и разностайность отпочинку. Наша смена будет называться «Новая волна». Мы не отстаем от традиций нашего лагеря, потому что наш лагерь с очень многолетней историей. У нас ежедневно проходят линейки. Вот, кстати, вот здесь, вот на открытом свежем воздухе. Ежедневно у нас проходят спевки на открытой летней эстраде. Мы заботимся и о здоровье детей. У нас ежедневно проходят зарядки, спортивные мероприятия. Это различные спортландии. И все это, конечно же, готовит наш дружный, профессиональный коллектив. За годы працы Сожский берег доказал свою запотребованность и популярность. Место привабливает судовной природой, свежим поветром, утульностью и займальным баулинем часу. Навод подчас приемки лагеря сюда приходят батьки разом с детьми, каб доведаться. Ти не поздно еще записаться. Сейчас каникулы, и мама хочет меня отдать в этот лагерь. И уточнила, как сюда попасть, и попросила номер телефона, чтобы узнать. Что тебе здесь понравилось? Расскажи в двух словах. Ну, чем мне тебя привлек? Мне понравилось все, что там написано. Ну, как во сколько просыпаться, что там будет. Мне понравилась обстановка здесь, что здесь так хорошо здесь, деревья везде. Этим летом у регионе планируется организовать отпочинок для амаль 50 тысяч детей. Сёлетняя оздоровленшая кампания доказывает, эпидситуация не может сапсовать школьникам летние каникулы. Головное – пильное ставление до здоровья, как своего, так и у всех, кто побач. Миколай Скинтьян, Валера Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Протягиваем выпуск. Весной в Гомельском державном университете имя Франциска Скорины стартовал конкурс мобильных додатков. Сегодня настал час подвести выники и узнагородить переможцев. Какие инновации закликаны полепшить житие студентов и выкладчиков, доведался наш корреспондент Павел Михно. Сегодняшнее житие немагчимо уявить без гаджетов. Литерально за несколько годов телефон перетворился со сродку сувязи в универсальный органайзер, который помогает каждому жихару планеты прикметно спростить себе житие. Щодня мы доведуемся об новых распрацовках мобильных додатков и спешаемся худшей с ними познайомиться. И вельми приемно, что важкий уклад у IT-сферу уносит наши земляки. Гомельский державный университет давно зарекомендовал себе как великая кузня мощных кадров, и одним из передовых направлений тут является развитие IT-сектора. Тому конкурс на лепший мобильный додаток прошел у напруженной конкурентной борьбе. Мы давали задачу, какая у нас есть потребность, а уже студенты, в зависимости от того, кто чем интересуется, кто специализируется на разработке там на JavaScript или еще о чем-то, они использовали свои полученные знания в университете и самостоятельно, и они участвовали в этих разработках.
Удел у конкурсе приняли как студенты, так и молодые специалисты. Основная задача, якая ставилась перед удельниками – створить цікавый, актуальный и запотребованный мобильный додаток. Главный критерий оценки работ – справность и гладкость работы программ. Так само обовязковая умова – створение додатку для двух операционных систем – Android и iOS. Сярод представленных на конкурс работ организаторы вылучили такие, как додаток для геолокации пациентов и машин худкой допомоги, довідочний додаток об стендах і експонатах музея ГДУ, мобільний додаток абітурієнт ГДУ і розклад вчебних занятків. До речі, створальники апошнього і сталі переможцями. Разработали приложение «Адукация». Это электронное расписание для студентов-преподавателей в формате мобильного приложения. Мы хотим сделать настоящую экосистему учебную, в которой будет, кроме расписания, библиотека электронная, новости учебного заведения, все, что только можно, электронные журналы, к примеру. Очень много планов у нас на это приложение. Керавництво университета мяркуе, что все представленные на конкурс додатки будут запотребованными. Тут вельми гонорятся своими студентами и уверены, что у будущине они смогут применить свои веды на корысть нашей краины. Павел Михно, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель». У хуткім часі абітурієнти Білорусі почнуть здавати централізоване тестування. Перший екзамен відбудеться 25 червня, а пошній – 23 липня. Сьоліта ЦТ пройде у максимально безпечних умовах, каб понизити ризику передачі інфекції. Для здачі таких масових предметів, як математика, русская і білоруская мови, вилучили два дні замість одного. Абітурієнтам з регіонів, які планують пройти тести у резервові дні, тепер не треба їхати у БДУ. У Гомелі така можливість есть у ГДТУ имя Сухого. Испыты отбудутся с выполнением всех необходимых санитарных норм. Количество абитуриентов в аудитории будет не более 50, для того, чтобы обеспечить их рассадку не менее чем на 1,5 метра друг от друга. Организаторы в аудиториях будут работать в масках, будут работать в перчатках. По оперативной информации, заборона на наведывание лясов дейнейшая у 11 районах Беларуси. У нашем регионе лясные прогулки обмежеваны у Ветковским и Ельским районах. Отсочивать ситуацию можно с допомогой интерактивной карты на сайте Минлясгаза. Информация обновляется на протягу всего дня. Нагадаем, порушение забороны на наведывание лясов або потребование пожарной безопасности, якое не потягнуло причинение шкоды, может караться попереджением ти штрафом до 25 базовых величин. У выпадку снищения або пошкодження лесу порушальнику погрожает штраф до 5-10 базовых. У Беларуси по показчиках безопасности воды обмежевано купание у 10 зонах отпочинку, у 9 заборонено. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья. У приватности у Гомеля обмежевано купание детей на пляжах Роповский, Каскад-1, Волотовский, Прудковский и Озерный. Так само купание детей обмежевано на городском пляже на Днепры у парку культуры и отпочинку при Днепровске у Жлобине. У палаца Румянцевых и Паскевичев открылась выстава «Гигантские насекомые». Фигуры монстров палеозойской эры, увособленные в сучасных материалах, знакомят гостей с историей нашей планеты. Дякуючи закаменелостям у толщек горных пород, мы маем уявление про то, как выглядали и живые истоты, которые заселяли землю у старожитности. Першобытные членистоногие з'явились около 555 миллионов годов тому, еще до динозавров. Дякуючи суставочному экзоскелету, яны могли пересовываться по заводной просторы. Зрозумела, старожитные членистоногие значно отрознивались от сучасных, перш за все померами. Например, шматножка и ракоскорпион были должны около 2,5 метров, а старожитная стрекоза, меганеура, имела размах крыла у 75 сантиметров. Выставка как раз представляет видео больших фигур тех существ, членистоногих существ, которые обитали на планете где-то 400, 300, 200 миллионов лет тому назад. Помимо больших фигур, на выставке также представлены современные насекомые, неживые, в виде гербария, помещенного в специальные рамочки, и более 100 единиц, самые разные бабочки, жуки, палочники, большие, маленькие, но в основном, конечно, большие, необычные насекомые из самых разных уголков нашей планеты. Гэта іншая навіна, інформацію о проектах телерадіокампанії «Гомель» ви можете знайти на нашому сайті у інтернеті по адресі www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершена. Усяго доброго і до сустрэчы в ефіры.
Де-факто на телеканале «Беларусь-4», в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. За прошедшие сутки в Гомельской области зарегистрированы 2 пожара, на которых травмирован 1 человек и повреждена 1 единица техники. Пожары в природных экосистемах не зарегистрированы. Так, в Гомеле на улице Кристалловской пламя охватило автомобиль BMW 7 серии. Хозяин 1983 года рождения, неработающий гражданин. В результате пожара был поврежден моторный отсек автомобиля. Пострадавших нет. Рассматриваем версию причины. Причина возгорания – поджог. Следующие кадры были сделаны в выходные. Очевидец выложил в YouTube видео короткого замыкания высоковольтной линии электропередачи. Вспышку с последующим горением спровоцировала ветка, которая упала на провода. Это произошло вдоль железной дороги неподалеку от 104-го микрорайона Гомеля. Очевидец снял произошедшее на мобильный телефон. Обошлось без серьезных последствий. Ветка упала на землю и короткое замыкание прекратилось. Распространение огня не произошло. В Жлобине против агрессивного пациента возбудили уголовное дело. Мужчина устроил дебош в приемном отделении районной больницы, напал на врача с кулаками, а потом попытался ударить медработника стулом. Вот это видео. Нетрезвого мужчину доставили в приемный покой сотрудники правопорядка. Когда пациента попытался осмотреть врач, тот схватил табурет и напал на медика. В процессе потасовки работник больницы успел нажать тревожную кнопку, и хулигана успокоили сотрудники охраны. Но мебель в кабинете дебошир успел повредить. Также был причинен вред медицинскому оборудованию. Пациент явно находился в состоянии алкогольного опьянения. Он вел себя агрессивно. В 1 километре от Хойников сотрудники милиции уничтожили плантацию конопли. Дурман-трава занимала площадь в 2 гектара. С помощью сельхозтехники все посевы были скошены, а потом измельчены. По оценкам правоохранителей, им удалось уничтожить 4 тонны наркозелья. Сотрудники наркоконтроля продолжают рейдовые мероприятия по выявлению посевов дикорастущих наркотических растений. Рейд против насвая. Сотрудники наркоконтроля провели спецмероприятие на территории центрального рынка в Гомеле и выявили 4 торговцев некурительным табаком. Сначала задержали молодого человека с 20 граммами насвая, потом еще 2 с 760. А по итогу рейда в поле зрения милиции попал 43-летний гомельчанин. У него было обнаружено 640 граммов некурительного табака. Последнего нарушителя суд оштрафовал на 10 базовых величин, а остальные получили по 5 и 15 суток административного ареста. Это вся информация выпуска. Оставайтесь на «Беларусь-4». На телеканале «Беларусь-4» Гомель. Новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Гомель продолжает погоню за лидерами чемпионата Беларуси по футболу в первой лиге. Зелено-белые одержали 5-ю победу кряду. Слониму на его поле подопечные Ивана Биончика забили 3 безответных гола. Дубль на счету Артема Васькова. Еще одно взятие ворот записал в свой актив Никита Некрасов. В турнирной таблице Гомель на 6-м месте. Отставание от лидера 6 баллов плюс игра в запасе. Спутник также одержал победу со счетом 3-0. Под напором речи футболистов капитулировал новополоцкий «Нафта». Голы на счету Евгения Никитина, Артема Федянина и Валерия Поторочи. В таблице чемпионата «Спутник» на 2-м месте. Гомельский «Локомотив» потерпел первое в сезоне поражение. Команда Андрея Горовцова проиграла «Лиде» 2-4 и занимает 4-е место. Завтра железнодорожники в Минске проведут перенесенный матч 5-го тура против Дзержинского «Арсенала». «Химик» вновь проиграл, на этот раз лидеру чемпионата «Сморгоним» 0-2. Светлогорская «Дружина» на последнем 14-м месте. Игровая программа 8-го тура чемпионата во второй лиге оказалась неполной. Поединок между лидером группы А Жидковичским «Мелиоратором» и Брестским «Першим регионом» перенесен. В группе Б Могилевский «Днепр» и Жлобин также будут выяснять отношения в другой раз. Петриковский «Шахтер» 8-й тур пропускал, так что играли только 2 представителя нашего региона. Гомельский «Бумпром» проиграл Осиповичем 0-2. Аргачевский «Днепр» был сильнее столичного «Энергетика» 3-1. В чемпионате Беларуси по пляжному футболу позади 3-й тур. Мозырский «М-Сити» провел 4 поединка на этом этапе. Одержал лишь 1 победу над Кобринским «Полесьем». Проиграли мозыряне Кировской «Издюшор» Бресту и команде «Гомель Облспорт». В турнирной таблице «М-Сити» на 5-м месте, лидирует Кировская «Издюшор». Матчи 4-го тура пройдут в ближайшие выходные в Мозыре. Первый этап чемпионата Беларуси по пляжному волейболу пройдет в Гомеле. Даты проведения с 10 по 12 июля. Место проведения – новые специализированные песчаные площадки на стадионе «Луч». Участие в чемпионате страны могут принять все желающие. Всю информацию можно узнать на сайте Белорусской Федерации Волейбола. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».